Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как выписать коэффициенты в квадратном уравнении. Итак, предположим, дается уравнение 2х квадрат плюс 5х минус 3 равняется 0. Значит, вы скажете, да это что-то простого. А равняется 2, б равняется 5, и c равняется минус 3. То есть все по порядку. А, b, c. Да, но при вам могут дать, предположим, вот такое уравнение. 3 минус 3х квадрат минус 3х и равняется 0. В этом случае вы обязаны его упорядочить. На первое место станет число, содержащее х квадрат. Минус 3х квадрат. На второе место то, что содержит х. Минус 3х. И плюс 3, то есть свободный член, равняется 0. Теперь все хорошо, ясно. А равняется минус 3 по порядочку. Б равняется минус 3, и c равняется 3. Обратите внимание, можно выписать и сразу. Итак, 2х квадрат минус 5 плюс 3х и равняется 0. Если вы четко запомнили, что а это коэффициент перед х квадрат, то есть 2. Б это коэффициент перед иксом, то есть это не минус 5, как хочется написать, а тройка. И С это свободный член, то есть минус 5. Значит, вот это мы с вами рассмотрели примеры полных уравнений. А есть еще и неполные квадратные уравнения. Итак, пускай уравнение имеет вид 2х квадрат плюс 4х равняется 0. В этом случае все хорошо. А равняется 2, b равняется 4. c нету, свободного члена нету, поэтому c равняется 0. Если уравнение выглядит в виде 2х квадрат минус 3 равняется 0, то а будет равняться 2, b, поскольку x нету как такового, да, то b будет равняться 0, и c будет минус 3. Ну вот и все, что можно сказать по этой теме.